Трасса 101. Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. С 1 февраля для грузовиков массой более 12 тонн снова повысилась плата за проезд по федеральным трассам. Тариф проиндексирован почти на 12%, с 2 рублей 54 копеек до 2 рублей 84 копеек за километр. В Министерстве транспорта заявили, что увеличение ставки не должно существенно повлиять на стоимость перевозимых товаров. Для примера приведена 20-тонная фура, которая перевозит 19 тысяч упаковок сока на расстоянии 600 километров. Доставка в этом случае подорожает на 145 рублей. Трасса 101. Обновленная «Лада Веста» должна поступить в продажу в марте этого года. Снаружи автомобиль отличается измененным дизайном бамперов и оптики. Внутри, к примеру, большим экраном медиасистемы и цифровой приборной панелью в топовых комплектациях. По неподтвержденной «АвтоВАЗом» информации, модель на первых порах будет оснащаться менее мощным 8-клапанным бензиновым мотором от «Лады Гранта». Начальный ценник «Веста NG» предположительно составит 1 600 000 рублей. Трасса 101. Чаще всего в 2022 году россияне покупали новые легковые авто белого цвета, информирует издание «За рулем». И это неудивительно. Белый цвет по умолчанию, он не требует доплаты. На втором месте оказались черный и серый цвета, на третьем – серебристый и темно-синий. Интересно, что у разных автопроизводителей наиболее популярные цвета отличаются. Например, у «АвтоВАЗа» это серый, у китайских брендов – белый и черный. Трасса 101. Житель Москвы выставил на продажу одну из самых маленьких отечественных легковушек ВАЗ-1111АК за 18 миллионов рублей. Столь неприличная цена объясняется тем, что бешеная табуретка оснащена электрическим двигателем. Якобы в середине 90-х годов таких электрокаров было выпущено около 20. Мощность мотора составляет 34 лошадиные силы, запас хода немногим более 100 километров. Из-за тяжелой батарейки масса машина достигает почти 1 тонны. Трасса 101. Параллельный импорт позволил возобновить поставки в Россию премиального полноприводного внедорожника Rolls-Royce Cullinan. Цены на автомобиль начинаются почти от 60 миллионов рублей. В топовой версии он укомплектован 600-сильным бензиновым двигателем объемом 6,8 литра, который работает совместно с 8-ступенчатым автоматом. Разгон до сотни занимает менее 5 секунд. В оснащение входят, в частности, адаптивный круиз-контроль, система предотвращения столкновения, система ночного видения, многозонный климат-контроль. На этом все. Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Трасса 101». До свидания. «Трасса 101».